Майкл Юсеф, основатель международного служения Leading the Way, прокладывая путь, выражает свое мнение по поводу того, что происходит сейчас во многих христианских колледжах. В газете The Atlantic говорится о том, что небольшая группа студентов сумела кардинально изменить евангельские учебные заведения по всей стране. С помощью запугивания им удалось выхолостить библейские принципы, на которых были основаны эти школы. Так случилось в колледже имени Гордона в штате Массачусетс, который был основан Эйн Джейн Гордон для обучения студентов пониманию авторитета Божьего Слова. Теперь небольшой группе студентов, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, удалось убедить других студентов и некоторых преподавателей в том, что они не должны искать свободу от греха гомосексуализма. У них есть мощный союзник в Белом доме. Обама подписал распоряжение, которое запрещает любую дискриминацию по признакам сексуальной ориентации. Президент колледжа имени Джея Гордона Майкл Линдсей отправил письмо президенту Обаме с просьбой сделать исключение для христианских школ. И тут же на него раздались голоса протеста, которые объявили его сторонником дискриминации. Теперь студенты, представляющие интересы сексуальных меньшинств, почувствовали свою силу. По словам Майкла Юсефа, как христиане мы должны вернуть свою справедливую сверхъестественную силу, которая опирается на сверхъестественную силу нашего Искупителя. Через него мы можем вновь повернуть людей к Богу, к Его идеалам, в том числе к тому, что брак должен быть исключительно гетеросексуальным.